Усы, лапы и хвост – вот их документы. Задиры и тихони, ласковые и независимые – такие разные, но абсолютно все безумно милые и забавные. Присланные к нам на конкурс «Мой маленький тигр» фото и видеоработы рассматривает, умиляясь, вся редакция. Нам присылают, даже вот из Липецкой области у нас есть работа, из Домодедово есть работа. Поэтому ждем с нетерпением всех, кто любит кошек, кто научился видеть в них что-то интересное, может быть, кто-то что-то воспитал в своей кошке такое необычное. Изначально мы планировали завершить прием работ 12 января и к старому Новому году выявить победителя. Но видя, что число желающих участвовать в последние дни начало расти, решили продлить конкурс до конца месяца. Если говорить о критериях, то, наверное, в первую очередь это должно быть интересное и увлекательно. Если нам понравится, мы будем смотреть всей студии нашей. Каждый сотрудник может принять участие как член жюри. И мы всем нашим дружным коллективом выберем победителя. Победителя будет два в номинациях фото и видео. Их вместе со своими питомцами мы пригласим на съемки в студию телеканала «Видное ТВ». У вас тоже живет в доме символ 2022 года. Тогда присылайте фото и видео с ним к нам в редакцию. И пусть о его талантах узнает весь мир. И не забудьте придумать небольшой рассказ о своем питомце. Ждем вашей работы на почту видное-тв@mail.ru до 31 января включительно. Удачи! Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.